там 12 железа. О, чё ты ржёшь? Аутист сказочный, чё ты ржёшь? Ты сейчас спадаешь, чё ты ржёшь-то? Да я не могу, смешное слово, рандомный прострел КС. А, прям здесь вот? А, прям здесь вот. Можно здесь аутистов заспамить и здесь дверь заделать обсидином и всё. Ну, на аутистов ещё долго копить. Чувак, 2018 год, аутистов надо покупать за деньги. Да, я сейчас к центру строюсь. Да ты сейчас сольешься на изи просто, абсолютно. Нет, пока ни у кого лука нет. Ну и что? Там же все это строятся, абсолютно все. А, вижу уже. Ну я говорю, это все, это мгновенная слава, слава голубя. Пошел нах. Просто це удача. Ну чувак, тебя помнили как героя, все. Пошел нах. Да будьте с людьми. Ты что, все, минусанулся? Замечательно, к нам чувак идет. Ну просто превосходно. Нормально, сейчас все будет. Чувак, ты куда строишься? Ты мне не хочешь помочь абсолютно, ну, да? Ну, что помочь-то? Что я могу сейчас сделать? Помочь скинуть его, что ли, я не знаю. Нормально, сейчас все нормально будет, не волнуйся. Понятно, придется мне все делать. И сейчас ничего не будет, он ничего не сделает, у нас все застроено. Вход еще бы застроить. Вот здесь вот. Вот этот вот. Ты зря дверь открыл, нужно закрыть просто и чем-нибудь застроить. Мне вообще кирка нужна. Есть железо. Нет. Где здесь конченый сундук-то? А, не, его опять куда-то... А, то есть ресурсы как бы складировать нечего. Ну, некуда. Ну, классно. Зачем тебе складировать? Ты шо, аутист? Ты чё, в Bed Wars решил поиграть? Ну, куда положить ресурсы, алё? Чувак, сломай здесь вот этот полностью камень. А, замечательно, сундуки они сюда поставили. Полностью все сломай быстро. Все, можешь идти. Надо тогда сюда прямо аутистов всех спавнить. Ага. Чё там? А, ну замечательно, просто превосходная история. Бомбит. Я за чуваком гнался, в итоге меня кто-то скинул сзади, как крыса обоссанная. Как этот, как голубь, да? А, ну просто. Ну естественно, я кубик вращающийся обоссанный, как мне... Бесит обоссанная Соня. Сколько тебя раз уже убили? А это как его? Ты можешь сказать, где там это? Ты в сундук что-нибудь складываешь? Походу нет. Нет, там сундук, он... Это как рандомный прострел в КС. Знаешь, сундук это как рандомный прострел. Как же Тоби штырит. Так, чувак, ты ресурсы там сзади скидывай просто все. Сзади, да? Уже не проще сундук, да? А, ну хотя они в такое царское место засунули, да. Ну или как бы эти... Аутисты. А, ну просто все, я понял, я ГГ слил.
Грустно. А, не, он сдох, охренеть. Упал. О, все, изумруды появились. Так. Все, можно заделать это с Саниной. Или я так, ладно, так оставлю хотя бы. Чтобы... А, ну все, я слил. А, ну все, все, Арсений, я просрал ресурсы благодаря аутисту. Мне это какого? Запускать туда аутиста? Да, внутрь там заспавни его где-нибудь, чтобы не в стенке был. Так он сдохнет. Ну ты попробуй не в стенке заспавнить. Дай мне алмазы, которые Фак. У тебя есть. Как мне отсюда выбраться? Сломать эту Санину. Кто это? Скинь алмазы мне. Это аутист. Чувак, надо другого скинуть. Давай, 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 давай. Стреляй, стреляй. Сейчас я покопаюсь. А, упал. А, ну все, он ушел. И у меня стрелы закончились. Что случилось? А ты догадайся. Чувак, почему ты его не убил? Его именно нужно было скинуть и убить. Где? Так он ушел, все. Так его, чтобы ресурсы получить, ты бы ресурсы получил. Дай мне алмазы, алмазы. Куда ты все делал? Дай, скинь нет, мне алмазов. Алмазы. Нет, у меня алмазов. Тут алмазы лежали вот здесь. Вот, все. Чётко ты запустил туда аутиста? Нет, сейчас иду. Че, где? Понятно. Замечательно просто. Ну, застрой его здесь, хотя сейчас... Чувак, скинь мне блок, скинь, если купил или нет. На. Скинь железо, или блоки, любой... На все, все, что есть, на. Ща. Гомогей убегает. Я понял, понял, понял. Все, 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 застраиваем. Там синие такое построили, охренеть просто. Нормально застроил здесь? Да. Чувак, там такое синее построили, ты видел вообще? Чё? Они там целый тоннель построили. МКАД, ё-моё. Ну это как рандомная прострелка есть. Ага, и мгновенная слава богу, да? Я, короче, сюда буду скидывать ресурсы все. Не могу. Че такое выражение угарное? Рандомный прострел в КС. Так это выражение всегда существовало. Куда, куда, куда? Алло! Обратно. Сейчас, сейчас, закрой, закрой. Тихо-тихо. Так, то дырка, он может упасть тут. Но дырки он всегда любит падать. Чувак, сосные аутисты. Идут? Нет. Но они есть. Если ты их не видишь, это не значит, что их нет. Я, короче, знаешь, что сейчас сделаю? Я прокачаю нам, чтобы ресурсы больше падало, и чтобы это алмазы еще плюс падали. Сколько там стоит эта Санина? То есть на центр, видишь, я не вижу смысла идти на центр, потому что я сейчас пойду и сольюсь нахрен. Слушай, Арсений, давай я доверюсь, или тебе не стоит доверять? Нет. Ну, значит, я не буду доверять. Просто, типа, чтобы ресурсы складировать, я про... Все ресурсы, вот этот обоссан-дук, он в этой мельнице обоссанный. И ты решил все в кустике складывать, да? Да. Ну, просто иначе туда заходить... Так, чувак, ну так поставь там аутиста и все. Хотя он... Чувак, 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 можешь прийти? А он там сдохнет 100%. Куда я при тебе приду? Мне надо помочь. У меня блоков нет. Где ты есть? На центр. Иди, короче, и там поставь мне блоки, скинь... На эх, центр... нет, сейчас, погоди. Ну я, конечно, рискну, но фиг. Быстрее, быстрее, быстрее. Там сзади быстрее, желтый. Быстрее, желтый. Вижу, вижу. Быстрее. Строй, строй, строй. Арсений, ты просто аутист знает. Ты просто аутист. Все понятно.
Я знал, что тебе не надо доверять Руслану, что я это знал, и я не доверил. Я не понимаю, почему там вообще разрушено было? Аутисты разрушили. Я сейчас мог залутаться. Чувак, Эндерпёрл! Тревога! Вверху аутист. Где? Вон там телепортировался Эндерпёрл. А, сзади он. Запрыгнуть не могу из-за вот этого вот. А, все, запрыгнул. Сзади? Яблоко, что ли, сожрал золотой, походу? Он здесь хоть за окном. Застрой вход как можно больше. Тихо. Чувак, он здесь. Я вижу. Включай. Он а аутист ты меня убьет. Застроил, аутист! Молодец. Ты молодец, ты меня застроил. Теперь я не могу выйти. Убивай, убивай. Я не могу выйти. Мне нечего сломать абсолютно просто. Убивай, убивай, убивай его. Я просто... Чувак, давай быстрее, быстрее. У него хп мало. О, я ж его убил. В чем дело? Все, убил. Все, отлично. Ресурсы я с него выбил. Так, чувак, на, на, купи аутистов. У меня вообще не хватает на аутистов абсолютно. На. Купи себе все, я тебе все скину. Возьми все сзади. Че? Ни хрена. Купи просто дохренища аутистов, миллиард. Их только три можешь купить. Ну да, давай это, ломай как ну, бы. Ща, 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 ща. Ща все сделаю, не ссы. Я не могу, это такой угар. И самое главное, взял меня, настроил это, говорит это, бей его. Че ты угораешь, а? Да это просто такое лоханейство, такое лоханейство. Чувак, куда его тут запускать, он сдохнет. Вот здесь сверху, вот тут сверху на этой штуке. Смотри, он сейчас сдохнет. Я же сказал. А он вообще не туда запускается. Превосходно. А я так знал, что он сейчас это запавнится и сдохнет. Ну купи. О-о-о, все, все, все. Все. Перестал дохнуть. Скинь мне яйцо тогда. Аутист. А, ты все, ты здесь запавнил. Да. Блок там можешь поставить, кстати. А, ну не здесь ты его поставил. Ага, буду я оставить здесь, чтобы не пробраться и не выбраться. Замечательно. Я не могу, я просто, я так ору, у меня такой ор. Могут появляться... А, изумруды, ну ладно, хотя бы изумруды будут появляться, уже хорошо. Нужно 12, я тогда ресурсы сосу, это, ну ты понял. Ты не только ресурсы сосёшь. О, я ж сказал. Я не могу, ну как же я ору. Заглотнул, заглотнул. Я угар. Да нет. Ты просто... Я тебе говорю, давай бей его, а ты не можешь. Ты застрял. Потому что ты сказочный аутист. Чё ты угар? Чё ты угораешь, а? Алло, чувак, внимание, быстро! На базу, быстро! Прямо сейчас никаких отговорок не принимается. Где он? Наверху. Так, давай, давай, давай. Он там, 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 сзади. Вон он. Скидывай! У него антиоткидывание, замечательно просто. А? Как тебе такое? Все, сдох. Фух. Так, аутиста какого убили? Нет? Нет, не убили. Фух. Ну слушай, хорошо это, защищаемся. У меня 11, он нам алмазы приносит, это хорошо. Это просто такой лохогейст. Это походу эндерпёрлом телепортирует. Сейчас у нас будут эти спавниться из уроды, поэтому мы сможем заделать, если что, будет все хорошо. Всё. Прокашу. Да-да-да, максимально вроде или нет. А вот, дай мне уже лук купить, ты заколебал сосать. На-на-на-на-на. А, ну не хватает золота, замечательно. Все, я тебе все золото скину. Вот можешь, если чего, аутистов еще купить. Нет. А как я куплю, если они еще есть? Это как рандомный прострел в КС. Рандомное слово голубя.
Так. Я попробую, может, на центр разгонять сейчас пока. Все равно это... В принципе... Я не могу, ну как же я угорал просто. Ты застроенный, не можешь ничего сделать, а я... Что ты сказочный аутист? Не могу, я ору, а я просто ору. У меня такой орал Что можно сегодня. прокачать? Ловушку? А чё ты ловушку-то не купил? Купи ловушку. Там алмазы. В кустике поищи. Ни хрена там реально базу построили эти синие. Ну я же сказал. Может там тоже туннель этот построить? Тебе нафига? Я бегу. Сука. Я понял. Я бегу, уже не бегу. Все. Да он как-то достал до меня, на члены хуй. Чё, к нам идет, к нам идет. Вижу. Как ты его назвал? Длинночленный хуй. Сейчас к нам ловушку прокачаю. Ломай. Эдер, это, очко, быстро на базу. И где? Вон сверху, упал. Отлично сработали. Просто молодец. Я знаю, что я молодец. Так, ловушку покупаю, все купил. Опять? Ну, она сработала только что. А, ясно. Так, я сейчас пойду опять на эту Санину, который центр называется. Так, ты там лутай, это не просирай ресурсы. А у нас это, какого аутист заболел? Пьет кого-то? Нет, у него лоу хп. Ага. Жалко, добить нельзя. Тут аутист шерсть поставил, я ее ломаю, чтобы до центра добраться. Так, только бы сейчас залутаться, только бы сейчас залутаться. Блястяще. Ну блин, один этот Санин. Санин. Так, там стреляет вроде желтым. Просто так кричу, а. Быстрее, изумруд, заспавните. А ты что хочешь купить? Лук! Одного осанного изумруда не хватает. Надо, кстати, броню купить. Так. Как 100% алмазов. Да, сейчас залутаюсь. Сейчас опять всяк, я тут закрою вход. Рыба моей мечты. Удачи, опа, как... желтый-то к нам строится. Ну все. Ну пожелаем удачи. Уже не строится, как говорится. И теперь он начинает. У него начинается синдром Фортнайта. Когда в тебя стреляют, ты быстро начинаешь застраиваться. Фортнайтеры. Да, это синдром Фортнайта. Все, я прокачал нам броню. Ну чё, чувак, на, вот, чувак, опа, вот тебе можешь... чувак, внимание! Чё, телепортировался? Ну. Да? Походу нет. Стоп, да. Да? Это не ты хавал? Нет. Быстро, а где? Внутрь вошел. Не мог внутрь. Эх. Ловушки же не было, не было ловушки. Скидывай, ты видишь его? Принимай. Принимай, давай, давай, стреляй. Обхожу с другой стороны. Чувак, я к жителю упал. Чувак, я отсюда теперь не выберусь. Ау, стреляй, 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 стреляй. Быстро, 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 блоки. Мне выбраться отсюда надо, а я не могу. Кидаю. Чувак, просто помоги. А я как блок-то на... А тебя телепортировало. Стреляй. А, тут это антизастревание, все нормально. А где? Вон, а вижу, вот он. Сзади. А у меня блоков нет. Насрать, не убей. Бью, его бью. Давай, стреляй. Внутрь. Все. А, уже не... Убил аутиста. Просто мы... Слушай, а он вообще, он, понимаешь, он какой раз у нас уже пытается завалить, но мы все сильнее и сильнее. Потому что он как бы аутист, вот этим все сказано. Так, ты не промлевайся. Че ты сейчас сказал?
Вот какой раз уже изумруды тратит на эндерперлы и к нам, ТП. Ну, ой, такой лох. Лох, пипер. А что из изумрудов можно прокачать тут? Да ничего. Ой, я могу мегагалу купить. Теперь лук с откидывания. Я просто все, самый лучший голубь. Best pigeon in the world. А16 алмазов. А, понятно. Опа! Нифига! Аутисты. 6 изумрудов. Ну, я, может, я тоже сейчас броню вкачаю. Чувак, я хочу ножницы купить. Вот. Ну ты знаешь для чего, да? Да. Для чего? Ну, вообще нужно топор был покупать. Чё, я тебе сильный? Нет, ты гамаги теперь. Так, А, я и сейчас дню бегу. закрывается. Ну, просто замечательно, ага. Куплен следующий какой? Я сейчас инвентарь будет заполнен. А он опять пытается! Что, простроиться? Да. Ну, пожелаем ему удачи. Это просто такое орал. Чувак, я... Короче, чувак, смотри, давай такая Знаешь, что это за тактика. поза? Это поза моментальной славы голубя. Да. Чувак, смотри, короче, когда он к нам телепортируется, не идем его убивать, тупо ждем, когда он придет сюда, потому что он может сломать только вот с этой стороны. И если он подходит, то тупо его с лука отстреливаю и Так, прикрываясь алло, он же между. как-то внутрь здания заполз, ты чё? Как? Не может быть, никак не мог. Я видел, как Там. он внутри был. Нет, не может быть такого. Я тебе отвечаю, внутри был. Но он вылез просто, чтобы аутизм пострадать. Может, там на крышу можно залезть? Я не вижу просто. Я тоже не вижу. Дай-ка, у меня блоки есть. Я сейчас построюсь, Арсений, не напрягайся. Я уже напрягся. Не, тут с крыши нельзя. Хз тогда. Давай, короче, у самих себя просто кровать сломаем и все. Или нельзя? Нельзя. Это хорошо, это Не, защита от не, сверху аутиста. нельзя здесь никак у это. Ой, Да. все тогда. Я говорю, защита от аутистов. Ты что открыл? Ничего я не открывал. Кто дверь открыл? Не, это Санина здесь люк. Где он есть? Не напрягайся, там все спокойно, Арсений. Не надо так он первый возбуждаться. Так, а тут что, если я эту Санину прокачаю? Что тут? Лечит скорость появления железа, золота, изумрудов Опа, для вашего. опять строится. Все, я его скинул. А, ресурсы тебе дались? Сейчас. Какие-нибудь? Он еще не упал. А че он так долго падает? Ну, по-моему, телепортироваться успел. Да ну нах. Да туре! Охренеть. Все, чувак, у меня топовый шмот, можно сказать уже. Если что, ты тоже обновляйся, купи себе меч хороший. У меня алмаз. Ну, иначе броню тебе надо хорошую. Плюс 100 изумрудов. О, сейчас быстрее будет спавнить. Сейчас еще печку прокачаю. Опа. Все. Это лечебный колой. А, Он понятно. сейчас к нам пойдет через центр. А, 10 и к алмазов. там. Он по старому пути пошел. Удачи просто тебе, чувак. Luck. Все. Just lucky, кругом одни Пидораки. мазафаки. О! А, на ступеньки соскочил. Сасный сас, асас-сас. Сладкий сас всегда у Да нас. он на ступени этих обоссанные падает, и все, я ничего не могу сделать. Лук 6 изумрудов. О, это то, что мне нужно. Все, Арсений, давай, я тебе помогаю. А, тут лук вообще-то нет, нельзя, тут не Что можно бесконечный. прокачать? Ничего нельзя прокачать. А где он сейчас? Наверху вот этой башни? Вот да, на. Что? Алмазы? Да. Ага. Сколько у тебя? За 10 6. прокачай броню. О, как Еще. раз.
Ща приду. Тебе скинуть изумрудов? А, у меня нет. Да, у меня. Пидрила. Тебе скинуть изумруда, а у меня нет. Как рандомная прострелка есть. Ай, рандомная, слава богу. Что ты ржешь? Да чё, мы теперь не победим. Тебе лук скинуть? Не, у меня есть. Я так понимаю, аутист можно даже не упускать, потому что некуда. Да. Этого аутиста ты вообще застроил? Да он нормально, там ему нравится. Да? Да. Теребит, да? Не понял. Да. Чё? Это ты был? Что? Сейчас из лука стрелял. В смысле? Понятно все, это ты был, гомогей. Такой гомогей, просто гома. А зеленые слились в самом начале, да? Точно. Или нет? Они что-то достроились, а потом все поливали. Так, там сзади тебе. А, желтый один остался, остались только... Смотри, Ази. Ты видишь, что там написано? Типа, он вообще строится. Его такая, и там написано П, типа пидор. Понятно. Три изумруда мне хватит на ровном счет. Фига. Давай-давай, стреляй. Ой, я попал в аутиста. А чего не откидывает? У меня лук на откидывание. Нет, у меня тоже на откидывание. А, ну, у него антиоткидывание, ты не забывай. А, он читер обоссанный. Да. Так, Арсений, из тебя вот изумруды, я тебе скидываю, из чего вот их покупай. На них это голуби, можешь купить себе. Фак де Раша сан. Что случилось? Алло, а, ты меня еще подвисло, замечательно. А, ты сдох? Арсений! Что? Телепорт, быстрее, быстрее! Сейчас, все. Убил? Да. Есть что-нибудь интересное? У меня дофига просто всего. У меня 1000 железа, 200 золота, 7 изумрудов. 7 изумрудов? На, тебе еще изумруды скину. Это алмазы есть? Нет, алмазы нет. Алмазы пидры не дали. Ну, в принципе, мне лук, и больше ничего не надо. Все, у меня вот самое главное это. А, ну и меч просто. Ну, что, просто чтобы был. Допустим, вот этот, все. Мне, в принципе, больше ничего не надо. Не, просто купи себе, если что, броню, там, вот именно вот этого алмаза, как у меня штаны. Ха, алмаза у меня не хватит. Ладно. Там изумруды нужны, я тебе скинул. Да? Да. Здрасте. А как он тебя скинул? Чувак, ты посмотри на эту картину, быстрее. Вижу. Ты прикинь, как он пидор? О, попал. Это что сейчас было? Это рандомный прострел в КС. Не просто в КС, а в КС Гоу. На тебе еще изумруд. В смысле? Сколько здесь? А, каждые 20 секунд вроде. Ну, нас теперь не пробить, у нас броня сильная. И голубь тоже. Нет, голубь не особо сильный. Опа! Чё там? Чё-то типа приманки было? А, ну, удачи. Чё там? Тут изумруды были. Походу, жёлтые это уронил. Не-не, они там заспавнились просто. Ага, прям на красной дороге, да? 21 изумруд, нифига. Ты у тебя? Да. Покупай, короче, броню себе крутую самую. Я купил. Вот я точно купил. Я лутаю, короче, сосу алмазы. Там 20 нужно, чтобы броню еще улучшить. Без понятия. Короче, как только ломается кровать, тупо сидим на базе, понял? Да. Це аутисты. Где? А синие они вообще где? Кто? Один синий остался. И где он? В так посмотри. А, желтый, все? Да, все, ливнул. Четко. Ну он ливнет сейчас.
Если он не АФКшник. Надо сейчас это, короче, посмотреть, он АФКшник или нет. Ты увидишь хоть? Я. Нафиг не пойду, а то упаду. Чё ты угораешь? Это не смешно. Рандомный прострел КС. Да. Замечательно, чувак, через 10 минут мне уходить надо. Четко. Куда? Куда ты там меня тащит? Кто? Мамка. Это замечательно А? просто. Угу. В смысле, из дома, что ли? Да. А? Ну тогда что, это последняя катка, что ли? Походу, да. Ну, хоть что-то. Так, ну, изумруды уже мы можем, в принципе, не майнить. А, с моей желтой же снесены, видишь? Походу он сдох, просто упал я. Тогда упал он и сдох, и все. Не, их не сносили, он просто ливнул. Его штабе нет еще. Так, я купил это защиту 3. Естественно! Чё? Чё случилось-то? Чё, ничего. Как ты упал? Угадай. Как? Легко и Ну как просто. ты упал? Легко и просто, взял и упал. Все. Это все из-за легкого прострела в КС? В смысле рандомного. Да, легкого яма. Я манал, это чё они построили, а? Это дворец голубя. Ага, точно. Блоки есть? Нормально. У меня ничего нет. Да. Ну так стройся. Куда? К ним, что ли? Да. Ща, да и еще изумрудов обоссанных оплутаю. И Сейчас опять это, сек. кирку возьми. Да, сейчас возьму. И дерево там рубить, и голуби трогать. Да. Нифига ты мне блоки-то отдал. Ну ты сказал, у меня ничего нет, вот я тебе дал. Ну так я сказал, Так. типа это, у меня ничего нет, типа ты стройся. А, сейчас тогда. Все, иду тогда. Так, 30 этих хочу еще можно купить. Ну-ка, сейчас 5 сек. Может еще какую-нибудь санину можно купить. А, может жемчуг? Я тебе. Чувак, давай жемчуг. Давай. А, он строится к центру, чувак. Ну, давай его скидывать. Ну, давай лук приобрети. Тебя лука нет? Давай я тебе Нет, скину. мне ничего нет. А смысл мы его сейчас кинем-то? Он вещи потеряет. О, о. Он тут уже? Нет, он стреляет. Это как рандомный прострел в КС. Ага. Чувак, можешь меня прикроешь? На. Не-не-не, стой, стой, стой. Стою. Еще Давай дальше я тебе, стою. давай я тебе, давай на, я тебе скидываю лук. Отходи, отходи. Я тебе скидываю здесь лук и стрелы. И, короче, тупо в него стреляй. Тут можно Вот тебе еще сдохнуть, это. задохнувшись, утонувшись. Чувак, не страдай аутизмом, он сейчас нас построит, к нам подстроится и все. Сзади лук лежит, сзади. Где? Нифига, набор аутиста. Так, смотри, я сначала кидаю очко. Нет, не кидай очко! А что мне делать-то? Так он сейчас тебя убьет! Ну, я же не могу вернуться на базу. А что я там делать тем более буду? У меня это нет этого, какого, кирки. Абсолютно. Ты где сейчас? Там же, где и был. Сейчас доедь тебе тогда тпшнусь. Ну, в смысле, с тобой полетим к нему. Ага. А куда он делся? Давай, на счет 3 тпшимся к нему. На счет эндерперл. Достань эндерперл. Ты кирку взял? Давай. Кирку? Да. Да. Раз. Давай. Раз, Два. два, три. Кто из нас долетит? Я понял. А, ну все, я сдохну, я понял. Да, я понял. Чувак, ты можешь, когда кидать эндерперл, его вверх делать, а не вниз? Я А так и знал, я что ты... как раз вверх кинул, да, замечательно. Все, короче, давай здесь тупо высиживать это время, когда кровати сломаются. И не будем насиловать голуби. Чувак, это слишком долго.
не быть аутистом. Я бы не против остаться. Сколько перлов стоит? 4 изумруда. Сейчас все будет. У него там заделано все. И что? Этим изум... Вот фу ты... Этим... Бедроком. Бедроком. Ой. 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 Так, единственный меч, только прокачать и все. И все, я уже просто... I'm ready. Просто I'm ready. И мне так на все насрать. Просто, чувак, мгновенная слава голубя, поехали. Стой, ну машин... А, ну я же никак не помогу. Я просто посмотреть хочу, я посмотрю. У меня все нужное. Но я не долечу, нифига. Нет, он тебя сразу убьет, потому что там все заделано. Ты сломать даже не сможешь. Давай, вверх. О, ну мое поздравление. Давай, я отвлекаю. Чувак, копай. Я застрял. Ну как всегда. Ну все, чувак, тебе жопа. Я знаю. Не могу. Мог бы помочь все-таки. Я же говорю, у меня интерперла нет, как я тебе помогу. Замечательно, у него тут еще голем перевозбудился. И он меня скинул. Чувак, просто выйди из игры, а? Я не могу. Из игры выйди, я тебе говорю. Зачем? Потому что я все сам уже сделаю, все. Просто выйди из игры. Как я тебе выйду из игры? Флэш-хаб. Зачем? Я хочу посмотреть. Тебе на это не надо смотреть, потому что ты все равно не помогаешь. Потому что у меня эндерперла нет, как я тебе помогу. Купи! Просто купи и все. Ну давай ща я на центр схожу, закуплюсь быстро. Нет, как ты сказал, это у него голем перевозбудился. У меня такой угар. А? Не могу. А, ну все. В смысле, пошел. Ну все. Все, жопа, давай, мочи его. А где? А. Догонялки. Давай, я мочу, помогаю. Сдох? Да. Дали ресурсы какие-нибудь? Да. Сколько? Чего? Дофига всего. Теперь я точно закуплюсь, все. Алмазы есть? Алмазов, да. Сколько? 13 штук. Да скинь мне. Сейчас сначала надо вот этим вот закупиться. Так, алмазный меч. Лук. Не особо надо. Так, броня у меня и так лучше. Где ты? На. Подожди меня, пожалуйста, купить эндерперлы или нет? Я купил уже. Сейчас, дай я тогда хотя бы... Принесенную кирку. Сейчас я качну нам броню, 5 секунд. Все, нет, еще, все. Давай, быстрее, чем слово быстро. У меня нету это, ничего. Так, идет к нам аутист, идет аутист к нам. Просто интересно, сколько ты раз подыхал? Меньше меня, самое главное. А, ну замечательно, ты тут застроил, я даже пройти не могу. Завораживающий, господи, стой. Не могу. Как рандомный прострел КС. А, ну. Завораживающая, охренительная история. 2 минуты до разрушения кровати. Чувак, давай тупо уже разрушение тогда дождемся. Ну, я и тебе говорю, давай разрушение, и пусть он сдохнет от спида. Ну, да, я тогда лук куплю тоже. Давай, помогай аутист убивать. Сейчас это у меня стрелы не прорисовались, нифига. Тихо, аккуратно, скинуть может. Куда? Ты аутист здесь настроил! А, классно, я не стал лук стрелял. Так, можно на центр пойти? Понятно.
Как рандомные прострелы в КС. Да, и рандомная слава голубя. Я не могу, кажи, я рот, рандомная слава голубя. Но еще больше как это... Как ты там сказал про аутиста, а на меня это аутист перевозводил? Вообще-то, какой аутист голем? Ну, ты сказал, ну, аутист. Ну, аутист, да. Я аути... в смысле этого, синего стреляю. Он яблоко жрет, вот читер обоссанное. Сколько яблок стоит, кстати говоря, оно очень надо. А, нифига, так дешево. Охренеть. Тут такие яблоки дешевые. Так, сколько до разрушения кровати? Ну что, Арсений, тогда... Давай тогда... Да, я готов. Слава... Давай, сидим, короче, на базе золотая. Да, я к це готов. Надо яблоки, короче, хавать, чувак, вообще прям. 10 штук в день. Сколько? А я и ем 10 штук в день. Ну вот, я говорю. Майнкрафт. От спида. В Майнкрафте тоже надо. Они стоят всего 3 золота. Блин, он не дохнет ни хрена. Я никогда не замечал, что яблоки так дешево стоят. Надо каждую катку, короче, закупаться золотыми яблоками. А, ну заворожь превосходного, у меня стрелы закончились, а босс. Так, я отступаю на базу. Давно пора. 20 секунд. Бегу. Давай. Давай. Надо затащить катку, Арсений. Вот эту беру, потому что... Ну, эта катка еще, кстати, выигрышна. Чувак, есть золото обоссано? Да. Нет, нет стрел. Скинь мне стрелы. Ой, смысл золото обоссано. Ага. Якция, спасибо. Якция готов. Не понял. Аутисты сдохли. Один. Почему? А тот, походу, стрельнул. Давай, Арсений, это, стреляем. Чё, спит, что ли? В кого стрелять? Едим яблоки. Яблоки стреляют. У кого стрелять яблоки? Строится, не строится, я нифига не вижу. Он как аутист сказочный, так и будет сейчас это отсиживаться тоже. Предлагаешь идти сливаться? Да. Ну чё, риск? Давай ты первый сольёшься. Кричу просто. Давай на центр иди, тут никого. Ой, иди на центр, на центр. А он тпхнулся. Успел? Он тпхнулся. Тпхнулся. ХП мало, давай, давай. Уничтожай. Е, мафака. Я надеюсь, он не это. Не застрял? Изи. Ага. ГГ. Классно. Классная катка, чувак. Хоть здесь не просрали. Вы классно. Ага. Экспу дают? О, точно. До хрена вещей. Так, Арсений, ну чё, тогда всё. Ага. Получается... Ага. И на сегодня всё, и как бы на этой неделе всё, короче. Ну, ага. Надо будет как-нибудь ещё поговорить. Вы что, и выходные соберёшься всё-таки? Ну, я готов. На выходные там не получится, потому что, знаешь, ну если чисто погамать, знаешь, как это, ну, без скайпа, я имею в виду. А, ну без скайпа без вообще связи. Нереально. Короче, вот только вот так вот. Ладно, Арсений, давай там это, ага. Как говорится, это слава, да, голубя. Слева голубь. Слева. Алло, Арсениус. Что? Че ты угораешь, а мы сладкие, а? Че ты угораешь? У тебя уже просто традиция, это когда ты мне звонишь, говорите алло. Это, ну ты меня слышишь, да, нормально все, хорошо слышно. Конечно, слышу. Ты так мне не сказал, что запускать. Ну, естественно, этот, как он там, DMS. Действительно. А он у меня есть? Сколько у меня ярлык, все, нашел. Так, Арсений, ну чё, ты готов шо? Это, да, да, сливать карту? Арсень, готовь. Готов. Бля, какой у меня логин-то? Я вот не помню, я где-то, короче, поменял себе логин. Только чё? Я не помню где. Кому продал? На ДМС.
ДМС я продал в рабство. У тебя да, ник, ник Пигион Арсений. Не-не-не-не-не, я где-то менял то ли на этом, на Vine World, то ли в этом ДМС, что-то не помню уже. На сайт зайди. Нет, сейчас я попробую взломать, короче говоря. Вот точно ДМС. Ну сейчас на сайт зайдем. Ты чего угораешь? Да не, простое лицо опять вспомнил. А, ну тебя прет очень сильно, я понял. Я не знаю, он меня будет авторизовывать, не будет. Падла. Так. Санина получил, это хорошо. О, у меня, по-моему, кстати, я походу уже могу гильдию создать здесь. Так, понятно. Нафига тебе гильдия? Я не говорю, нафига мне гильдия, я говорю, что ее можно создать. А. Бля, вы серьезно, а? У меня стандартный все время стоял логин. Че, не заходит, что ли? Заходит. Я просто думал, что тут я сменил, потому что у меня первый раз он не подошел. А сейчас подошел. Ну, аутизм. Точно, я же на ДМС скин себе поменял. Ну, тебе понравится. Это, короче, считай дань уважения тебе. Пигион Арсений зашел на проект. Как там делать опять, чувак, я не помню. Пэкрейт? Вроде. Да. А я помню, что ли? Я не помню. На каком это было? Не, здесь вот это надо было теребить. Сейчас посмотрим. По-моему, да. Ну да. Мартин Уайт, Пигион. А, нет, как он там? Ну, Пигион. А, понятно, мне придется. Вручную. Пигион Арсений. Обоссаться. Так, я принял. Вас никто не приглашал. В смысле? Во. Так, ну, чувак, кстати... Погоди, почтальон. Насал бульон. Чё он мне предлагает? Во, всё. Почтальон. Да он тебе Санину обоссанный врёз. Я, кстати, да. Знаешь, когда мы с тобой дуо играем, что-то людей немного. А вот я играл тогда дуо с рандомами, там команд, по-моему, 10, что ли, или 8. Короче, до хрена. Так. Ну-ка. Закинь сейчас или нет? Очередь вроде. Место вашей группы в очереди 2. Количество активных серверов 0. А, школьники, походу. А чё у меня место вашей очереди растет? Я не знаю, а чё, может это на Бэдварс тогда телепортироваться? Ну, телепортись на Бэдварс, да. О. Ща, ну-ка. Так. Блин, у меня теперь соло, это ассоциация всегда, ну, с это, с интересными фильмами. Давай лобо. Какой лобо? Лобби, лобби, там вот этот шарик обоссанный, лобби первое. Можешь, а, нет, правильно. Ну и... О, мышь. А нахрена ты себе скин поменял-то, как у меня? Ну так это, я же тебе сказал, дань уважения. Кого, голуби? Ну я не могу голубь свидетель, надо же так скин называть, а? Чувак, стой, а стой, стой, посмотри на меня. Посмотрел на тебя еще. Сейчас, погоди, я вспомню, как это Санина делается. А, вот. Кстати, чувак, перед чем... Ёбану мать. Перед тем, как мы начнем играть, короче, смотри, какое правило... Тихо-тихо-тихо-тихо, давай это, я... Давай скрин. Ну, вот так ты делай. Скринишь? Кто? И ты тоже. Сейчас, погоди, я не могу Санину настроить. О, давай. Все, я сделал. Как там делать скрин обоссанный? F2. Нет. Принтскрин. Все, сделал. Какой принтскрин F2? У тебя сейчас черный экран будет. Не, нормально, все, давай. Запускай, давай. О, обоссаться. О, все, чувак, ну говори. Говори правила тогда. Это, я тебе просто напоминаю, типа, если я с алмазами это упаду, по твоей вине, все, ты это не аутист. Не, смотри, по какой сейчас играем. Я, короче, лутаю ресурс, стой, уйди.
Я лутаю ресурсы. Уйди, не будь аутистом, скинь мне ресурс, скинь, отойди. Смотри, я лутаю сейчас ресурсы, строюсь к алмазам. Ты сразу начнешь закрывать кровать. Первый слой у тебя будет дерево, второй слой у тебя будет эндерняк. Третий не надо, короче, вот. А я пойду лутать алмазы, понял? Погоди, что там? А, дерево, эндерняк, все, я вспомнил. На, дерево купи себе пока, вот тут золото, это... На, еще одно. Купи? Ты что, аутист, что ли? Какой купи? Там железо надо, ты что мне кидаешь, ты сказочный? Деревя... Чтобы дерево, там нужно золото. 4 золота. Где? Все. И, короче, застраивай кровать и начинай строить что-то типа коробку и это, аутистов, я понял, да. Я понял. Закупай аутистов, ну копи пока. И следи, не строится к нам. Чувак, все, санина, прием, прием, санина. Вот о чем тебе я и говорил, аутисты. Давай, идут. Что делал, что я делал, делай что? А он упал. Давай. Готовься, кровать застрой, главное. Я застроил, давай, сейчас это, надо, что тогда, строиться к ним? Или что? Давай, давай, соображай быстро. Да, попробуй построиться. Да-да-да, стройся к ним. Строится же не к нам, ну ладно. Только сначала вверх, ну лесенкой строишься, и потом сверху там, что? Чтобы над ними. Чувак, там с другой стороны подходит. Мне строится к красным, да? Хорошо. Да-да, если красный начали на нашу. Почему у меня блок-то не ставится, япона мать? О, я... близко, близко, Арсений, аккуратно, близко. Сейчас, быстрее, сейчас. На базу, на базу. Санина, боссаны. Все, чувак, чувак, я спас, зажив? В смысле спас? Ты кого спас-то? Быстрее спавнись. Так я заспавнился. Задел кровать, это, надо строиться к ним, короче, их уничтожать. Погоди, я не понял, у нас кровать все или нет? Не-не-не, мы живы. Сейчас на нас нападать будут, давай это, короче, это, да-да-да. Строится опять? Сейчас я тебе покажу, как надо строиться просто. Аутисты идут, аутисты, стой, на базу. Сюда вот, где вода, вода, сюда, давай. О, скинул. Сейчас, нет, не скинул сейчас. Давай, сверху. Где он есть, вода. Ну, я сделал все, что мог, да. Все, я жив, Арсений, нормально. Давай дальше строиться. Подожди, а в ком я сейчас тогда? Ты зох? Да, у меня что-то залагало все, и... У меня что-то экран это, да, теребит. В ком я... Я в ком заспамился-то, алло? Чувак, меня нет, и не возрождает. А! Стоп. Зеленая команда полностью уничтожена. А! Нам снесли кровать. Чувак, ну ты теперь понял? Один из видов... Видишь, как аутист строится, видишь? Ага. Видишь, вот это аутизм, чувак, знай, это аутизм. Чувак, я очень хреново вижу, потому что у меня сейчас экран просто, я не знаю. Все, Левай, хаб пиши, и заходи снова в Бэдварс. Сейчас.